mass-media vă duc la cunoștință că, în conformitate cu dispoziția primarului, a fost convocată ședința Consiliului Municipal. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 14 consilieri, în conformitate cu legea prin administrația publică locală. Ședința de astăzi nu poate avea loc deoarece și nu poate fi considerată deliberativă, deoarece nu, în sală nu sunt prezenți majoritatea consilierilor aleși. Domn primar, ce facem? Că nu putem parcurge mai departe la lucrările ședinței, avem câteva decizii care au primit avizurile comisiilor consultative de specialitate la ședința precedentă, dar ținând cont de faptul că nu avem quorum, nu putem să mergem mai departe. Da, bună ziua! Bună ziua, stimați consilieri, bună ziua, stimați bălțeni! Eu vreau să spun că ședința de astăzi a fost convocată conform tuturor normelor legale. Я хочу обратить внимание всех дельчан на то, что у нас творится в городе. Мы сегодня видим, кто в городе бойкотирует горожан. Я понял, что кто-то хочет себя, не знаю, или возомнить, или возомнил уже депутатами, типа как депутаты уходят в отпуск. Нет такого. Депутаты уходят в отпуск согласно нормам Конституции. А мы работаем ежедневно. И у нас здесь, да, есть вопросы, которые не прошли комиссию. Но они не прошли комиссию, потому что комиссии не были собраны тоже. Благодаря тому, что кое-кто решил, что нужно летом только отдыхать. Напомню тем, кто так себе думает. Совет не является советом как таковым, как акция сегодняшнего дня. Совет является результатом работы комиссий, которые созываются на основании распоряжения о созыве внеочередного совета. Так вот, кроме всего прочего, здесь есть решения, которые прошли комиссии. И те, кто сильно возомнил или говорит, что они там за национальный интерес, за Молдову и за прочее, вот они должны были прийти сюда и рассказать, где-то где вот они. Потому что не все отдыхают, и я знаю, кто есть в городе и кого в городе нет. Более того, я хочу, чтобы бельчане знали это. Здесь есть несколько пунктов повестки дня, которые очень важны для города и для горожан. Те, кто особо там постоянно мне говорят про футбол, про детей, вот у нас есть 350 тысяч лей, которые мы должны дать на школу футбола. Где главный футболист? 8-миллионник. У нас есть решение, которое мы должны принять по изменению бюджета для того, чтобы отремонтировать или сделать ремонт, в частности, в туалете в муниципальном ДК. 1500 детей должны сейчас прийти туда. И мы должны были провести эти изменения в бюджет. 1500 бельских детей. У нас есть решение, которое мы должны принять по поводу неопределенной ситуации по муниципальному ДК, по работникам. Свыше 100 человек висят в воздухе сейчас. И мы должны были определить эту ситуацию и перенести сроки на 1 октября. И это было реально, и это реально возможно. И мы это сделаем. Ее мадресезер кумаши гувернулы. Стимати гуверн. Стимац гувернанц, фракционя дуниастра, бойкотяза дичизия гуверну и реферитор ла креаря унитеций пентру консолидария и дезволтария урбана. Но и тим диво луна дизили, требуя се крием ачаста унитати, ши ил ну виват пей в репрезентанции гуверну эйч. Ил сауд дупа астат ла гуверн, ка бэлцу ну фачи немик пентру
імплементарі проєктів для інфраструктури. Я вам везу тієї фрумушеї стаття около, куди пілашиш купан карти. А зембл пленораж. Уважаемые бельчане, у нас очень скоро появятся в городе палатки. С теми, кого мы сегодня здесь не видим. С теми, кто сейчас по Турциям. На бельских улицах сейчас ходит кое-кто. С теми, кто там где-то отдыхает на других побережьях. Так вот, пожалуйста, будете их спрашивать. У вас есть полное право их спрашивать, что они делают для города. Почему они бойкотируют деятельность. Но так или иначе. Йоанун Сакума, шединца урматуария, а консилиум муниципал, йо вы конвока, пентру дата де 30 август. Имидиат дупа чем сей шиндеич, чем сей не диспозиция респективы, куа чей шурен дизи. И чтобы никто не говорил, что случайно не успели прочесть и еще прочее. 30 августа. Встретимся здесь при любой погоде. Спасибо.